учащается пульс от близких и рядом любимых людей, от реальности дней, ведь правда? И вспоминаешь, что в детстве мы были честней. Как много нам надо в жизни. Чашку кофе с утра, поцелуй невзначай. Два вареных яйца и доброго дня. Отчего может быть грустно с утра? От того, что плюс +5 на весах. От того, что осень в сердцах, сырость в глазах. От того, что кто-то кому-то недосказал и смс не прислал. Мой вам совет. Улыбайтесь с утра на зло или в ответ. Не жалейте добра и любви, если даже усмешка ждет впереди. Не верьте словам и признаниям пустым, лишь только делам и только глазам. Бывают ошибки, бывают победы. Не ищите причин и оправданий, ищите заветное «прощаю». Не жалейте добра и любви, от них не черствеет. Не жалейте улыбок, от них хорошеет. Из сказочных дней пусть растет пелена, ведь правда, учащается пульс при виде родного лица.